И всем привет, дорогие друзья, с вами Слабой, и сегодня мы... Я без вебки. И сегодня мы продолжаем пройти серьезного Сэма. Закончим на том, что нас заперли в какой-то комнате. И впереди есть хпшка. Фу, что ж, давайте пойдемте к ней. Ой, ты чё? Ой! Ух, нифига себе! Чё творится? Все, дайте выйти мне, пожалуйста. Дайте. Это был кошмар. Сейчас еще запасы заберу. Давай, давай. Все, молодца. Где? А вот сюда. Фуф, это был пипец. О, мы прошли уровень. Нифига себе. Все, погнали на следующий уровень. Ага. Теотиукан. Змеиные дворы. Вон тут почитайте на паузе. И погнали. Ой, где это я? Ага, нам вперед. Ух ты. Нифига себе. Опа. На, получай. Да кто стреляет-то? Оп, бери боеприпас. Ах, вы... Получайте. Да ты тоже отстань от меня, ну. Да вон им кто стреляет. Одного замочили, и второго тоже. Готов. Так, берем хпшку и здоровье, то есть. Ах ты! Все. Здоровье и броню, в общем, взяли. Хм, что это тут у нас? Ух ты! Клево. Секретные боеприпасы, представляете? Это ж супер. Опа. Ну, нам тут, я думаю, больше делать нечего, хотя можно в ту сторону еще сходить. Да. Пойдемте в эту сторону. Так, тут ничего. А тут у нас... Вот это я понимаю. Ой! Ё-моё! Офигеть! Фух! Это было стрёмно. Ну, продолжаем идти. Ну что, нападайте. Ух ты, ух ты, ух ты. Ах ты ж. Так, еще один. Да, а почему сзади-то появились, я не понял. На тебе три ракеты. На, тоже получай. Да ты че, офигел? На тебе еще одну. А, и на тебе тоже. Вот так вот. Три ракеты. Офигенно. Не будут мне мешать, надеюсь. Будем пока с Дробашом. Потому что у него патронов много. Мы его не так часто используем. На-ка. А, против этих лучше это. Сразу их выносят. Потому что двухстволка. Да, вот так вот. Он может зайти? Нет, нельзя. На-на. Да ты сволочь вообще, я в шоке. На. На. Получайте. Ай-яй. Броню у меня. Молодцы. Из-под укрытия.
Да пофиг. Да помри ты, ну. О, своего же застрелили. Молодцы. Ага, туда я пока не хочу идти. Фу, пойдем-ка мы сюда. Да. Ну, шо-шо-шо. Ладно, нам тут больше делать нечего. Так что, пойдем. Фига себе. Ну да ладно. Так, так-так-так. Сейчас, наверное, меня окружат. Какая-то туманность тут маленькая такая. И боеприпасы. И здоровье. И супер ущерб. Вот это я понимаю, и броня. Получай. Куда весь ущерб? О-о-о, полегче, полегче. А ты чё? О-о-о-о. Могу, надо получать свои патроны. Вот так вот, так. Не супер ущерб заканчивается. Последний пробу замечал. Ну ты, ребята, ещё не хватало, ну, на тебе ракеты. Да где моя ракетница? Ну, кормил. Откуда вас прибежала? На, вот тебе, это надо взять ракет. Так, а вы куда едете, сражён? Оп, оп, все ракеты. На-на-на. Я не понимаю, они обычные стрелы, зачем вам столько, блин? А, не вижу, блин, ракетницу. Дайте вам, значит. Ну, ё-моё. На. На тебе тоже, а вам тоже по... Ты чё, офигевши? Вот, пойдём. Давайте где ещё? А не хватает, да не хватает. Надо валить отсюда. Валим. Дайте вам тоже, потом вайпу. Так, исходим ракетами. Так, сканение, исходим ракетами. Ну что, по-другому никак. Вот так вот. Всё, завалили ракетами. Дайте. Вы тоже валим ракетами. Так, пока не надо бить. Ага, тут ничего нету. На. А, на тебе тоже. И тебе тоже. О, ты пошёл. А, у меня достаточно урона. А там кто? Нет, это не цель. На. Ай, молодец. Получай мои патроны. На, тоже получай патроны. Молодец. А, у меня брони много. И патронов много. Ну ладно. Ой. А что это такое-то, интересно? Давайте-ка узнаем. Так, да? Силовое поле. Угу. Интересно. Ну ладно. На, получай. А что, получается, надо его отключить, что ли? Ну ладно. Берем всякие припасики. Потому что припасики это круто. Фуф. Ну что там, перепрыгнуть, что ли, его? Так, что нам надо сделать? Может, что-то есть написано? Угу. Сейчас. Так. Использовать. Интересно. А это перепрыгнуть? Ой-ой. Не надо так делать. На, получай. Ух ты, нифига себе, силовое поле. Это клёво. На, получай ракету. Надеюсь, на меня не падут. Короче, на, получай ракету. Я буду даже использовать это. О, как хорошо действует. Ах ты, сволочь, он меня подкинул. Зря на... Ой-ой. Ой, зря я так сделал. О, привет. Я сзади вас оказался. На, ну, ракеты. Да я тебе там как були, юмор. Стреляем просто вперед, чтобы неповадно было. На-ка тебе. О. Можно прям не тратить с ракетами. А хотя... Да ты чё? Ну вы оборзели. Ладно, дайте мне уйти, пожалуйста, отсюда. А, пожалуйста, умоляю. Ай-яй-яй. Меня замочили. Алло. Твою мать, а. Да вы чё? Дайте меня попустите. Гаргулья летает.
Да встань ты на. Да ё-моё. Да откуда вы там взялись-то, ну? Ай-яй-яй. Я думаю, лучше походить вот так. Уйди отсюда. Ага. Пожалуйста, пропади, а. Алло. Пропади. О, пропала. Пропала? Ему прошли? Хорошо. Они просто ниоткуда исп... Они просто не от... из ниоткуда появляются. Это ж серьезно, Сэм. А что вы думали? Все серьезно. Так, тут ничего нету. А может быть там что есть? Нет, тут тоже ничего нету. Ну, тогда пойдемте. Возьмем пулемет Томпсона. И пройдем дальше. Угу. Ух ты, ё. Ух ты, ё. На, получай, получай. На-на-на-на-на-на. Все, он помер. Помирайте вы тоже. Да вы чё, вы сели, что ли? Эл. Не надо так делать. Все, три ракеты, и ты лежишь. Молодец. Лежать полезно. Надо отдыхать. Так. С кого мне начинать-то вообще? Давайте-ка лучше вообще отсюда пойдем. Зайдем в здание. Подвергнуть анализу. Что у нас? Эти двери закрыты, я понятия не имею, чем их открывать. Мы всегда можем сюда вернуться. Ну, понятно. Ну, шо? Шо кого? Молодец. Могу всех замочить одним разом. А это кто? Вы оборзили, что ли? Ах ты, падла, там стреляет. На-ка, получи-ка. На, получай, получай. Все, молодец. Соленый огурец. Так, идемте отсюда нафиг. Так, давайте пойдем на ту сторону. Или мы отсюда пришли? Не, мы не отсюда пришли. Говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Но вот это уже перебор. Ну ты, Джугурда, молодец. Ну да, это пипец. А сюда нельзя пойти, кстати, почему-то. Ну тогда давайте пойдем... Туда мы были, оттуда мы пришли. Нам сюда. Вот на эту территорию. Ух ты, мать его, что это такое? Что это за пыльца? Что это за волшебная пыльца такая? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А что это такое-то? Меня телепортировало куда-то. Ой-ой-ой! Двустволочку берем. Всех кладем. Оп. Оп. Молодец. А ты чё? Бросил. Окей. О! Это телепортирует? На. Получил. Боба. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай перелетай. Получили. Сюда сваливать. Согласен. Давно уже пора сваливать. Может, тут еще что-то посмотреть, но нам тут больше нечего, я думаю. Так что валим отсюда. Опа. Опа. Все. Опа, катсцена какая-то началась. Прикольно. Давай, давай. А, нам надо... А, она не заканчивается. Печально. Нам надо сюда, да? Я понял, я понял. Только нам, наверное, помешают. Я так понимаю, да? Это же серьезно, Сэм. Нам помешают. Опа, это что за фигня такая? Ага, нам надо туда. Туда мы ходили. Полученные данные. Ля-ля-ля, напоминает не то-то, то-то. Ага. Понятно. Да и дурить твою, а.
Ты чё такой злой-то? Чё, тебя замочить, что ли, надо? Я не могу понять. Так нет же. А чё нам надо сделать-то? Странно. А, нам надо отстреливаться. Идеально. Молодцы вообще. Офигенная идея. А как положить-то? А как положить-то? На алтарь маску. Опа. Я что, положил, что ли? О, что-то получилось, да. Так-так. Ага, все дела, ля-ля-ля. Ну что ж, давайте проверим тогда, ё-моё, что она там охраняла. Если нам говорят туда идти. Ну пойдем, пойдем. Ух ты, броня! Секретные доспехи? Вы чё, мать его, серьезно, что ли? Ух ты! Я ради чего туда пришел? Ради доспехов, что ли? Ну. Ух ты. М-м-м, люблю хпшки. Ну так что нам, куда теперь? Где было закрыто? Закрыто было там, я помню. Сюда нельзя. Давайте туда тогда сходим. Мать твою, мне помешали. На, получай, получай. На, получай, получай. Все, отстали. Давай сядем сюда. Так, а подождите. Никуда вообще идти-то? А, змеи были недоступны, точно. Пойдемте к змеям. И, наверное, сейчас закончим. Ага, кат-сцена. Фух. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Лысоплойд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, комментируйте. И всем пока!